Ваша фамилия, имя, отчество. Цуцула Шурисервия Санач. Число, месяц, год вашего рождения. 77-90. Где вы родились? Грузия. Город, район, село. Ну где? Город Ахмета. Грузинская Грузинский ССР. СССР, да. Постоянно где вы зарегистрированы? Петербург. Адрес? Звенигородская, 4-8. Проживаете? Там же. Проживаете по адресу регистрации? Да. А гражданином какой страны являетесь? Россия. А, то есть вы документированы паспортом гражданина Российской Федерации? Да. В каком году? Не помню. Да. А здесь, в Питере, паспорт получили? Да. Работаете? Нет. Не работаете. Ранее судимы? Нет. Не судимы. А вообще к уголовной ответственности привлекались? Было дело. По какой статье? Там 2-2-8-1. 2-2-8-1. И почему не были осуждены? Да, закрылись дело, не знаю, не помню. Это в каком году было? 99-м. Сегодня вот вас задержали сотрудники полиции. За что? Пока неизвестно, там посмотрим. Ну, там что-то у вас изъяли, не изъяли? Ну, вроде. Изъяли, да, что-то? А что, не знаете? Вором в законе являетесь? Вором являюсь. Уголовное имя, прозвище, кличка? Зураб. В каком году к вам был осуществлен воровской подход и где? Все, без комментариев. Ну, в каком году? Без комментариев. Ну, все. В этом году, в том, в 13-м, в 10-м, в 5-м, в каком? А где? Не хотите отвечать? Не хотите.